На этом производстве не самые передовые технологии и не самое современное оборудование. Однако на месте оно не стоит. Достижения и проблемы предприятия «Энергия» сегодня увидел глава Чувашии. Думаю, большинство чебоксарцев, держа в руках вот такую электрическую зажигалку, даже не задумывались, что их производят инвалиды по зрению. Этот товар учебно-производственное предприятие «Энергия» поставляет на так называемый потребительский рынок. Остальные виды продукции, удлинители, электроустановочные изделия предназначены для промышленности. К примеру, Чебоксарского электроаппаратного завода. Однако, несмотря на развитый электротехнический кластер в республике, большим количеством заказов «Энергия» похвастаться не может. Дело в том, что больше половины сотрудников инвалиды по зрению. Многие операции, которые на обычном предприятии делают автоматически, здесь выполняют вручную. И это далеко не единственная причина низкой рентабельности. У нас оборудование у нас 35-40 лет нашим станкам. И ресурс полностью выработан. Нету финансовых средств. Мы меняем, но очень мало. Это у нас всего, что на предприятии находится таких производительных станков 3 станка. Улучшить положение руководители планируют с помощью нового проекта производства мешков из крафт-бумаги. В рамках этого производства создадут еще 16 рабочих мест для слабовидящих. Оборудование уже закуплено, а вот помещение, где планируют его разместить, пока в плачевном состоянии, как, собственно, большая часть территории. В сентябре месяце мы должны давать уже первые продукты. Вот я хочу сказать, вы мне сказали, работать здесь 12 лет. За 12 лет порядок территории могли сделать? Могли сделать совместными усилиями, значит, Минздрав попрошу, Минэк попрошу, вы выработаете хороший бизнес-план. Вот когда я цифры посмотрю, вот на входе все вы прекрасно говорите, на выходе что будем иметь? Если новое оборудование даст нам конкурентоспособные продукции, 5 миллионов 600, мы с республиканской выделяем, это почти условие софинансирования, почти 7 миллионов рублей выделили на это оборудование. Но это оборудование должно стоять в нормальном, хорошем помещении, уважаемые друзья. Чтобы сохранить рабочие места за инвалидами, республика средства предприятию выделяет. Однако, согласно бюджетному законодательству, просто так безвозмездно выделить средства, к примеру, на ремонт коммерческой организации нельзя, отметил Михаил Игнатьев. Как выход из ситуации, глава Чувашии предложил руководству продать часть земли или сдавать площади в аренду. Следующим пунктом визита главы республики стало предприятие, которое проблем с доходами, судя по всему, не имеет. Региональный офис одного из гигантов сотовой связи в России. Абонентская база переваливает за 630 тысяч человек. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство за участие в социальных проектах, а глава Чебоксар Леонид Черкесов за участие в праздновании Дня города. Ольга Перечкина, Николай Яковлев, Республика.